У мужчин сила в бороде. Хотя и космы тоже он должен использовать. А вся энергия в бороду. Богатство рода. То есть каждая волосинка – это связь с каким-то своим родичем на бороде. Староверы, если видят мужчину без бороды, знаете, какой первый вопрос? А какая ваша сексуальная ориентация? Говорит, ну как, ну мужик нормально. Говорит, а что ж ты даже на лики ходишь? Ведь это же твари начали при Петре Первом брить ее бороды, чтобы нельзя было тварь отличить. То есть женоликие ходят и такая гомосексуалисты, чтобы походить на женщину. Женские парики на голову. Но самое главное отличие борода. Это богатство рода. Это сила, где мужик сосредотачивает свою энергию. А нас приучали быть гомосексуалистами. То есть походить на женщин. Я и лошадь, я и бык, я и баба, я и мужик. Вы поймите, что природа, она неизмеримо разумней нас. И если она что-то дает, она ничего лишнего не дает. Какой-то смысл-то в этом есть. А наши предки объясняли, для чего борода мужику нужна.